Буробить, озолотить, пережарка, стерка – все эти слова часто употребляют в своей речи жители нашего региона. Так считают аналитики Яндекса и лингвисты Института русского языка имени Виктора Виноградова. Пережарку-то мы используем, конечно, в жизни. Очень часто дома, на кухне особенно, когда это, да, у нас всегда пережарка. Буробить, да, буробить точно используем в жизни. У меня просто семья несколько поколений в Рязани живет. У нас буробить – это в большом ходу встречается. Это мы точно используем. Услышал, честно, от сына своего, от старшего. Вот, частенько, да, кстати, используют ее в разговоре с своими друзьями. Что-то вроде того, хоть там буробить что-то. Давай закругляйся. А раньше было, когда куда-то торопишься, они говорили, не спеши в клепеши, в сандалях ночуешь. Ну, как будто это больше всего запомнилось, наверное. И что это значит? Мол, не надо никуда торопиться, на том месте и останешься. Специалисты использовали данный блок платформы Яндекс.Дзен, изучив статьи и комментарии 6 миллионов пользователей из всех регионов России. В общей сложности 11 миллиардов словоупотреблений. Некоторые слова казались характерными сразу для нескольких регионов. Зачастую это регионы-соседи. Например, слово «шушлайка». Так называют малолитражные автомобили. Используются в основном в Сибири. Отворотка – дорога, отходящая в сторону от основной, на севере. Ну, я не думала, что это именно рязанская. А так вот, да, говорим, разговариваем. И уже как правило, как обычная разговорная речь. Ну, в других городах тоже. Просто я знаю и в Валдайском крае, в Новгородской области. Просто я жила, у меня там подруги. Все эти слова употребляются. У нас агакают в основном в Рязани. Вот это везде известно. А то, что вот какие-то еще слова в области в основном, а в Рязани я не подскажу. Надысь, авось, туды, сюды. Вот это вот у нас, да, в области разговаривают так. Наверное, тут. Там, а тута. Ну, если честно, я не рязанский. А у вас там где-то? Ну, я знаю, что здесь... Особые есть слова, например, здесь говорят «ихние», а не «их». Но бывает еще очень много «акают». По результатам исследования аналитики также отметили слова «региональные синонимы». Например, игру в догонялки в разных частях страны могут называть догоняшками, салками или ляпками, а стиральную резинку – ластик, стеркой и стиражкой. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».